уважаемые любители планерного спорта! Хотим показать вам чудо, так сказать, рудничков южноафриканских. Мы тут снизились до высоты бомбометания, совсем низко, трещоночка над рельефом. Ну а потому что вечно тут высоко летаешь, и хрен что вам покажешь. А сейчас смотрите, какой обзорный пейзажный зарисов. Вот здесь вот сейчас крыло показывает, это место, куда все приезжают, и куча народу паркуется. Потом вот крыло сейчас показывает на то место, где вываливают породу, вот сейчас туда грузовики бегают, видимо, отработанную. Потом какие-то поля, видите, странные, какие-то вода какая-то. А вот круги, где в какой-то оранжевой бурой воде что-то выпаривают. В общем, если у нас есть химики, физики, и кто разбирается в марганцевых рудниках, можете посмотреть. А сейчас мы планируем чуть-чуть пошалить. Эх! За ночью! С бомбежки самолет! Ну-ка! Эх! Сейчас попробуем залететь вот в ту дыру, посмотреть что-то там. А мы летим, ковыляя во мгле, а мы летим на последнем крыле. Это у нас все хорошо с крыльями. Сгорит. Но топливо у нас, кстати, есть. Ну смотрите, вот оно, как выглядит. Это вот докуда они добурились. Ну дела. А где все машинки? Их как-то мало. А, вон они все бегают куда-то. Вот большие самосвалы. Можете посмотреть, как вообще весело. Представляете, как можно здесь хорошо поиграться в машинки. А, вон они, смотрите. С другой стороны все машинки тусуются. Во, крыло показывает. И вот одна машинка едет. Эх, вот еще. Одни сплошные машинки. Эх, Иху! Иху! Может, петельку скрутим, а, друже? А? Петельку, может, скрутим? Не надо. Не надо? Так, куда бы поехать погонять машинки? А вот. Вот сюда. Так, надо только потом знать, куда вернуться. 1900, маловато, конечно. 1900 это немного. Сейчас как сядем здесь в карьер, будет нехорошо. Но смотрите, зато как весело. Это ж как можно славно пошалить, посмотрите, я на фоне карьера. Ну давайте я еще раз спикирую на тусовку грузовиков. Представляете, они тут работают, им так скучно, а тут мы вообще люди, которые пилоты, которые могут повеселить работяг, которые тут в этих машинах. Представляете, на этой жаре, на такой машине огромной. Конечно, такую машину поводить, я бы вам сказал, я был бы не против. Вот они, красавцы. Тусуются, возят что-то. Вот. Ну, наверное, на этом оптимистичной ноте, пожалуй, перейдем мы к набору высоты. Благо, я тут поточек нашел. Фух. Все, всего вам доброго, уважаемые любители планерного спорта. С вами был Безумный экипаж из карьеров. Карьеры тут, конечно, ух. Кстати, вот там, за вот этой вот горкой, пустыня Калахари. Сейчас мы наберем высоту над карьерами, туда полетим. Аривуар! Забирай ручку, набирай.